Девочки через голову. Пардон. Вы видели Татьяны Петровны в костюмерной комнате? Ажиотаж, как перед выступлением. Только вместо ансамбля «Гаденко» платье примеряют красноярские красавицы. Все 6 девушек прошли жесткий отбор и оказались в финале конкурса. Теперь каждая из них предстоит примерить на себя кокошник и новый образ. Но победить поможет не внешность, а харизма, уверена Наталья Пермякова. Девушка выбрала для себя костюм с патриотическим названием «Россия моя». Уже в образе, уже. Они очень... потрясающе красивый, и, конечно, ощущаешь себя волшебным. Я смотрела телеканал Афонтово, и говорили об этом конкурсе, и я отослала свои фотографии. Почему бы нет? Почему бы не попробовать? Дарья Осипенко в одном из самых нарядных костюмов для хороводного танца с трещотками. Благодаря русской косе девушка легко могла бы вписаться в ряды ансамбля. Она и сама с детства занимается народными танцами, поэтому ей надевать кокошник не в новинку. С детства я занимаюсь именно народной хореографией, поэтому, когда я увидела данную новость, я, безусловно, решила, что я должна принять участие. У каждой есть шанс на эту победу, потому что если мы пришли сюда, значит, мы... Ну, этот человек, грубо говоря, должен болеть народными танцами. А после примерки фотосессия, на которой каждая девушка старается раскрыться. От внимательных глаз жюри не укроешь, кто из русских красавиц выглядит перед объективом раскованнее и чувствует себя с костюмом единым целым. Есть определенно девушки, которые подходят по образу костюма. Тем более, что мы попросили, чтобы девушки сами выбрали костюмы, кому что он по душе, будем так говорить. Поэтому есть у меня уже как бы из 6 девушек 3. Ради победы некоторые девушки готовы даже на небольшие жертвы, к примеру, сделать внешность более славянской. Если нужно будет, я перекрашусь. Ощущаю себя величественно, что мощно. Я прям чувствую себя русской народной девушкой. Две победительницы конкурса определятся уже 19 октября. Одну из них выберет экспертный совет, а другую – наши телезрители. Голосовать за понравившуюся участницу можно в группе «Утренний кофе» с Афонтова ВКонтакте. 20 октября в прямом эфире мы наградим 2 красавиц. Девушке, которую выберет жюри, достанется пригласительный билет на открытие сезона и фотосессия. Призом зрительских симпатий станет Таисия – фирменная кукла ансамбля «Танцы Сибири».